Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить первую часть игры «Растения против зомби», и у нас на очереди вторая миссия 5 главы. Мы продолжаем баталии на крыше зомби. В предыдущей миссии мы получили новое средство, это горшок за 25 монет, что дает нам право высаживать любое растение на поле. У нас есть стартовые такие места, это горшки, и до того момента, как у нас не было, скажем так, возможности садить вот эти вот горшки, было очень ограниченное пространство. Ну а если зомби еще съедали пару горшков, то территория становилась все меньше и меньше. А с появлением горшка возможности на поле у нас становится все больше. А мы сейчас подобрали следующее вооружение. Я взял еще сдвоенный подсолнух, решил все-таки ограничиться одним рядом подсолнуха, но сдвоенного. Даже должно хватить с одинарным, потому что у нас вооружения не слишком дорогие, а самое дорогое — это острый перец, который высаживается не так часто. Он и возобновляется не очень быстро. Ну а нашим таким основным оборонительным растением будет кочанная капуста за 100 монет. А появляется уже первый противник, мы тем временем облагораживаем нашу крышу. Ну и параллельно будем еще садить горшок, хотя, возможно, не сейчас, потому что мест пока что хоть отбавляй. Уже одна линия, один ряд подсолнухов готов, и теперь можем выстраивать линию обороны. Ну и параллельно с этим еще садить сдвоенный подсолнух. А сдвоенный подсолнух у нас возобновляется очень долго, намного дольше, чем одинарный подсолнух. Ну, мы тем временем, пока сдвоенный подсолнух будет возобновляться, будем высаживать бомбы картофель и кочанную капусту. В этой миссии у нас должен появиться атлет, и для него специально взял высокий орех, который поможет его задержать. По поводу атлета, ну, я еще могу понять, как он добрался до крыши с помощью своего шеста. Как сюда остальные попали, для меня лично непонятно. Кстати, вот эта идея очень интересная, и возможно уже во второй части, в ближайших кампаниях, у нас будет место привычной лужаки, именно вот такая вот черепица. Мы сейчас высадили несколько уже кочанных капуст и продолжаем их садить дальше. Он как раз появляется, наш такой главный герой в этой миссии. И мы удлиняем территорию с помощью горшка, перепрыгивая через первый горшок, и принимается за поедание наших горшков. К сожалению, пока остановить его не представляется возможным. Единственное, что я посадил за кочанной капустой, перед ней бомба картофеля. Но это не сработало, потому что необходимо какое-то время. Поэтому ликвидируем с помощью такого нашего самого горячего средства, это острый перец. Вновь появляется зомби с шестом, но я уже тут решил сделать по-другому, ему под ноги кидаю сам горшок. Он спотыкается и уже идет привычным шагом к нашим вооружениям. Я думаю, что к этому моменту мы его уничтожим. Что и происходит. Оббежит следующий атлет, тут делаю то же самое. Там уже ждет бомба картофель, и мы продолжаем высаживать вооружение. Высаживаем кочанную капусту внизу, там ничего не было до этого момента. И сейчас уже более активно подтягиваются зомби. Ну и, конечно же, нам надо высадить наши утерянные горшки. Подрывается атлет, мы высаживаем наверху горшок, и то же самое нам надо сделать внизу. Мы сейчас также еще высаживаем сдвоенный подсолнух, и на нас надвигается большая волна. Атлет пока что является самым таким опасным противником, но еще, конечно, есть такой вот зомби на веревке. Его пока нет, но он однозначно появится. Это такой фирменный зомби в этой главе. Наверху снова у нас появился атлет. Я уже тут убрал целую группу с помощью бомбы вишни. И, конечно же, нашего горшка. А получается, что в этой главе все оружия, все вооружения
выходит дороже за счет вот этого вот горшка, плюс 25 монет. То же самое похоже на миссию с водой. Там, если в воде что-то высаживаете, то плюс 25 за кувшинку надо заплатить. Но так как у нас все поле состоит из такой вот крыши, то все растения абсолютно дороже по сравнению с 4 главой на 25 монет. Появляются у нас зомби на веревке и воруют горшок на 4 линии. Хорошо, что горшок, а не сдвоенный, к примеру, подсолнух. Я думаю, что пока садить сдвоенный подсолнух, наверное, не будем. Нам абсолютно денег, сколько мы получаем сейчас, хватает. Мы сейчас получаем алмаз и зарабатываем 1000 долларов одним махом. А на текущий момент у нас чуть больше 7000. А я допускаю, что возможно что-то купим полезно. Там вроде бы в маркете появилось средство для крыши. Возможно, есть смысл именно купить сейчас. Вновь появляется на веревке зомби и ворует у нас подсолнух. Мы сейчас ставим высокий орех, и я думаю, что сдвоенный подсолнух уже, как я сказал, садить точно не будем. Все-таки 150 монет, а потом, чтобы украл этот зомби на веревке, ну, считаю, что нерациональное использование денег. Продолжая к нам подтягиваться зомби, уже тут, смотрю, есть зомби с ведром, мы для него садим специально бомбу картофель, потому что с тем вооружением, которое у нас есть, не думаю, что мы сможем пробить ведро. А ведро очень сильное. Зомби успешно подорвался, и идет следующая группа. Пока что мы садим высокий орех, параллельно с этим еще высаживаем взрывчатые растения. И убрали только что целую группу зомби. А на нас уже надвигается финальная волна. Появляются зомби на веревках, и к нам еще добавляют часть противников. На пятой линии мы сжигаем целую дорожку, хотя там зомби было немного, но уже это финальная волна, в принципе, оборона у нас крепкая. И во всех абсолютно участках мы можем дать бой нашим противникам. Досаживаем еще одну кочанную капусту, и осталось буквально парочку зомби. Получаем монетку и убираем последнего противника, после чего проходим миссию, и у нас появляется новое растение, это кукуруза за 100 монет. На этом будем прощаться, подписывайтесь, комментируйте, до новых встреч, пока!